Целыми тремя вернисажами знаменовался май для коллекционеров бумажных знаков Брещины. Белфило 2015 – объединенная международная филателистическая выставка в немецком Эссене и на родине первой почтовой марки в Лондоне. На каждой из них коллекции наших земляков были оценены по достоинству. В связи с этим руководство и сотрудники брестского филиала Белпочты поздравили победителей и вручили им памятные медали и дипломы. Среди награжденных – 11-летняя Надежда Демидюк, завоевавшая серебро на международной выставке в Лондоне. Рядом с ней ее дедушка Вячеслав Зизюков, который привил внучке любовь к маркам и помог юному филателисту собрать свое первое почтовое наследие. Ее коллекция «Птицы озера Олтуш и его окрестностей», состоящая из полсотни почтовых знаков, была признана лондонским жюри одной из лучших. Эта коллекция у меня уже довольно давно и уже на многих выставках побывала. И часто очень завоевываю всякие награды и медали. И с каждым разом выставка становится все больше и больше, моя коллекция. Пополняется. Ну, в общем-то, мне нравится это. Кстати, вот эта тема Надина, она называется «Птицы Олтуша и окрестности». Она интересна тем, что там находят свое отражение только те виды птиц, которые живут или когда-либо были отмечены орнитологами на территории Малорицкого района. Других там нет. Кстати, коллекция Вячеслава Зизюкова «Пчеловодство – занятие издревле благородное» также была отмечена наградой, однако уже на Минской Белфиле 2015. Всего с национальной выставки филателисты Брещины привезли 21 медаль. Среди них много ребят, которые, вопреки расхожему мнению о том, что у современной молодежи узкий круг интересов, любят и собирают марки. Более того, занимают почетные места на филателистических вернисажах в стране и в мире. Большую роль в таком успехе играет и почта, и опытные коллекционеры, которые подают пример активным участием в мероприятиях, проводимых сотрудниками брестского филиала Белпочты. Сама работа с филателистами для нас, для предприятия, также интересна. Они нам подсказывают тематику для развития наших почтовых направлений, для совместной работы по изданию почтовых марок. Они принимают всегда участие в гашении, наших специальных гашениях, где проводится всегда, как правило, торжественно в особых местах. В зависимости от того, какая тема издания той или другой нашей почтовой продукции. Безусловно, такие высокие достижения берестецких филателистов станут для них большим стимулом для пополнения и усовершенствования своих коллекций. Тем более, повод для этого есть. В следующем году коллекционеров миниатюрных бумажных знаков ждут новые экспозиции в стране и мире и, конечно, новые победы.